Всем доброго времени суток, наши уважаемые, любимые, дорогие зрители, наша большая дружная семья. Всем привет от девчонок, естественно. Как ее назвать? Принцесса маленькая, да? Никушки, разбойница Луняшки, Луночка моя девочка, мячики, да, ты играла вчера. И, естественно, голоса за кадром. На канале «Чего голоса» вы и находитесь, если так можно сказать. В рубрике «Поздравления с днем рождения». Привет-привет, все дорогие. Вот так мы могем, вот так мы умеем. Хотите что-то новое увидеть? Сейчас посмотрим, что будут девчонки исполнять. Я думаю, они исполнят что-нибудь красивое. Да? Пока мы разбираем игрушки, которые были вчера у нас на эфире. И если вы не попали на этот эфир, заходите обязательно на страничку главную наших девчонок. Это Гамадрил, Ники и Луна, «Дом, где живет любовь». И посмотрите, что там вчера происходило. Ну, Луна вчера исполняла вообще красиво. Посмотрим, будет ли сегодня она исполнять во время нашей съемки. Будет видно. А пока мы вернемся в ту рубрику, которая основная здесь, куда вы пришли. Это рубрика «Поздравления с днем рождения». И мы хотим начать поздравлять. Да-да, сильно хотим. Девчонки, вы же хотите? Алло? Хотят, вот даже почти что бегут. Ты такая серьезная стала, прям лазишь везде уже, такая сильная, шустрая. И первое, кого мы хотим поздравить, это доченьку, как написали, Стефани. Вот так написала Лилия. И мы поздравляем Стефани, вас с днем рождения. Я знаю, что вы хотели бы от нас услышать. Стефани проживает в прекрасном городе Алматы, это который в город находится в Казахстане. Мы поздравляем вас с днем рождения с нашими девчонками и пожелаем вам иметь вот такую энергию, вот такой задор, как у наших девчонок. И пожелаем вам, чтобы вы, вот как они, такие бесстрашные девчонки, как говорится, горы по плечу, море по колено. Нет никаких преград в жизни. Вот мы пожелаем вам также, чтобы у вас не было никогда никаких преград. А если бы они возникали, чтобы вы их проходили с достоинством. Вот. А если ты маленькая, Стефани, то непосредственно тебе огромнейший привет от Луночки. Да? Ой, бози. Ну, правильно. Так, надо было рассказать, умничка. Молодец. Мы же тренировались. Она говорит, Стефани, с днем рождения тебя. Да? Да. Ты будешь поздравлять? Не кушай. Так. Ты единственное, что мои очки оставь, пожалуйста. Нам еще вечером эфир вести. А еще мы сейчас отправимся в Австрию. Прекраснейшую страну. Я там не был, но мне там нравится. Можно так сказать. И там у нас Татьяна Михайлова ожидает нашего поздравления. Она просто вот... Просто ожидает, когда Никуша, и скажет, поздравляю. Никуш, давай исполни. Как? Поздравляю. В общем, это было ее поздравление. Татьяна, счастья, здоровья, любви вам. Самое главное, здоровье. Также, чтобы все ваши трудности, которые вы сегодня считаете, что они есть, чтобы они, знаете, как превратились, все, можно так сказать, нет, в легкости. И чтобы эти легкости вам только приносили радость. Жизненного, радостного пути мы вам пожелаем. Мы вам пожелаем также энергия, задора, позитива на все ваши дни жизни. Будьте счастливы, будьте радостны, будьте здоровы. Вот как мы умеем. Вот так мы умеем. А еще есть девочка Натали, которая любит нашу семью. Мы посмотрели, у нее страничек с репостами наших девчонок, наверное, больше, чем кого-либо. И что меня наталкивает на мысль? Наталкивает на мысль, что она обожает их. Видимо, они приносят какое-то ей удовлетворение, какое-то наслаждение. Натали, Юшина, с днем рождения вас. С днем рождения поздравляем. Желаем хорошего настроения. Желаем, чтобы вас сегодня порадовали ваши близкие, родные. Ну, мы это стараемся сделать. Занавеску не трогаем, пожалуйста, девчонки.
Занавеску, луночка. Вот будет вам скучно, посмотрите на это, как они лазят по занавескам. Я думаю, у вас поднимется настроение. А вообще я вам пожелаю, чтобы сколько вас не дозаляло в этой жизни, и чтобы у вас всегда было хорошее-хорошее настроение. Чтобы всегда, вот как вот луночка, вы стремились к вершинам и покоряли эти вершины. Счастья, здоровья, любви вам. И уже всем наслышанная София Аллен, которая у нас есть, Наталья, насколько я правильно помню, из Костанайа, она поздравляет свою одноклассницу Алину. Алина, вам безумно повезло. Безумно, потому что, насколько я понимаю, где-то приблизительно, ну, наверное, в одном поколении мы с вами, и я так понимаю, что многие одноклассники, многие одноклассницы уже не знают даже о существовании друг друга. А у вас есть заботливая подруга, которая одноклассница, которая позаботилась о том, чтобы вам сделать приятно. Вот я вам пожелаю, чтобы эта связь никогда не пропадала. Я не знаю, кто у кого там списывал в школе, кто не списывал, но я знаю, что ваши взаимоотношения, они продлились на года. И я пожелаю, чтобы ваши дети, ваши родные смогли вот эту вот взаимосвязь вашу продлить на века в своих воспоминаниях. Это дорогого стоит на самом-то деле. Будьте счастливы, радостны, любимы. Здоровья вам и счастья. С днем рождения вас. Алина, с днем рождения. Ну, и также у кого у всех есть сегодня такой день прекраснейший. 12 августа день рождения. Мы всех поздравляем вас. Ой, 11-го, оговорился. 11 августа, извиняюсь. 11 августа день рождения. Мы всех вас поздравляем. И у кого именины. Также мы поздравляем с праздником имени вашего. Счастья, здоровья, любви вам. Еще раз, 11 августа сегодня. Да, девчонки? А мы забежали в завтра, значит, завтра что-то должно быть. А пока сегодня, вот в этом дне, знаете, тоже есть пару-тройку событий интересных. День строителя. Всех строителей мы поздравляем с вашим профессиональным праздником. И единственное, мы вас попросим, относитесь, пожалуйста, к своей работе качественно и ответственно. Делайте эту работу качественно, потому что от вашей работы зависят жизни многих людей. Да-да, именно так. Радость, счастье также зависит от качества вашего строительства. Будьте ответственны при своей работе, исполняйте ее. Вот наши девчонки, когда берутся, допустим, ну, они больше не строители, они ломальщики. Когда они начинают что-то ломать, сейчас пойдем. Кстати, Луночка проголодалась, и этим самым она вызывает из желудка сейчас как бы остатки пищи, чтобы потом начать наполнить свой желудок. Ну, как-то у нее там это работает. В общем, когда она так делает, это означает, что она проголодалась. И мы сейчас побежим быстренько ее кормить. Поэтому мы быстренько скажем, что еще сегодня день белого гриба есть. Кто любит белые грибы, радости и вкусно его отведать сегодня. И сегодня самое главное, праздник второй молодости. Праздник второй молодости, и вы знаете, я считаю, что человек, пойди, все, пошли. Как человек себя чувствует, как человек себя осознает, столько ему и лет. И этот день можно каждый день, вот научусь я вот так вот лазить, как она, да, и тоже буду молодым, можно так подумать. Но на самом деле, как вы себя ощущаете, столько вам лет. Будьте всегда молодыми, прекрасными, здоровыми. Молодость – это прекрасно. А сегодня взяли изделие официально. День второй молодости. Вот такой праздник. Поэтому у нас только мальчики и девочки на канале. Да, Никушка? Кукла? В общем, с праздниками, с событиями, а мы побежали кормить Луночку. Луна, все, по местам. Давай. Давно вы не показывали. По местам, все по местам. Давай. Я ухожу. Ну, как хотите, я пошел тогда сам кушать. Не хотите? Надо камеру убрать. Все, пошли. Пошли. Вот. Наши девчонки. И всем пока-пока. До завтра. Да, девчонки?